тут прибыло, нас уже трое. Priest is dead. One more fallen Archon gone to dust. Good. But if the fallen found the Prison of Elders, I'm sure we'll be hearing about more heists like this.
Today, we celebrate. Ну вот как-то так. Еще раз мы этот инст прошли. Ну, учитывая то, что они недавно подключился, этот рога 30-го левела, он неплохо надамажил тоже. 73 кило сделал. Словно он со мной с самого начала играл. Не ливнули даже из команды, остались. Those fallen in the Ishtar Seikon Venus? Story is, they raided the prison of elders in the league. Got an Archon priest. The Queen's bounty is high, so we know it's powerful. We need to hunt this thing down before they fully restore its soul. Won't take them long to restore the Archon Priest's soul. We'd better head for the caves. Кстати, мы что-то опять... А, понятно.
Этот чувак здесь, но он просто где-то бегает, непонятно где. А мы с Хантером опять отдуваемся вдвоем. Хотя до этого я вообще один отдувался. Но мне, если честно, уже самого надоел этот гребаный инста, которая постоянно сервис попадается нам под глаза. А вон даже как он пробежал дальше нас и начал вперед нас убивать всех, кто там бегает. Промечивый шаг, как бы он там не сдох. Я думаю, на сегодня это любой последний инст, и отправимся с вами в мультиплеер. It's locked down tight. Пробежимся. Just give me some time. It's open. Picking up fallen comms. They're restoring the Archon priest. We'd better move. Think they'd mind if we take their pikes?
Чего, ты не подумал, что я убежать хочу куда-нибудь? Что такое было? Понятно, они хер забили, короче, на моба, пробежали дальше. Не стали его убивать. A cell from the prison of elders. The Archon priest is still inside. Sure, this is a good idea. Спокойной ночи, малыши.
dead. One more fallen Archon gone to dust. Good. But if the fallen found the prison of elders, I'm sure we'll be hearing about more heists like this. Today, we celebrate. Все, хватит на сегодня. Надоело уже. И так до хера всего нафармил. У меня уже 52 марки Круси было. Скоро даже хватит на шмотку. Такими темпами. Опять не хватает. Сколько у меня денег? Пятнашка. We have some engrams you might find if nothing is impenetrable. Hopefully this is close. Very fine. Есть. Always interesting. Взял 16 левак. О, неплохо. Новый шейдер дали. I see. Handful of those. Until the next time. Конечно, могли дать что-нибудь и посущественнее, но да ладно. Так, DNS 5 Warlocks, The Crucible. 10 Guardians from behind. 15 Guardians with headshot, using a sniper rifle. У меня снайпы нет, я его брать не буду. Так, задефить 15 Guardians with rocket launcher у меня тоже нету. Так, D20 Guardians with Grenade. Гранату можно.
F10 Guardians, он Vehicles. Что Vehicles? А похоже. У меня, наверное, вообще не хватает ничего купить, да? За крусибу. Да, я тебя ищу. Anything you need, Guardian? Да, у меня даже репутации нет, Лёй. Долго мне придется качаться. Ну ладно, что, потихонечку. Помаленечку. Прокачаю, я, в принципе, никуда не тороплюсь. В мультиплеере я не так часто играю. Только по необходимости и по просьбе некоторых личностей, кто меня смотрит. Так, что там за шейдер? Давайте посмотрим, как он выглядит. Ох, нифига себе, попугай. Чё-то больно пёстренький какой-то, нет? Ну, он пусть валяется. Погнали, повеселимся. Пару боев. Я думаю, не больше. Ну, максимум 3. Можем, в принципе, попробовать новый какой-нибудь режим поиграть. Он Рамбл я еще ни разу не играл. Вот этот тоже я ни разу еще не играл. А попробуй. Вдруг прикольная вещь. Наверное, я перезапущу сейчас стрим и начну заново.